Привет, мужики, это мужской разговор. И сегодня разговор о теме, которая определяет всю дальнейшую жизнь. Я хочу поговорить об эмиграции. Вообще, надо ли эмигрировать, не надо эмигрировать. Вот некоторые мои друзья уехали в Америку. Они нашли причины, зачем им туда переезжать. Ну, и у нас много русских думает о том, что надо переезжать, все надвалить, там гребаная Раша там, и так далее, нужно уезжать. Но я так не считаю, что надо прям точно уезжать. Я считаю, что если ты понимаешь, зачем тебе это и что тебе это даст, ну, и просто везде, и там, и здесь есть и плюсы, и минусы. Вот у нас есть набор минусов в России, набор плюсов есть. И также в Америке есть набор плюсов и набор минусов. Если здесь количество минусов ваших, которые вы определяете как минусы, оно больше, и как бы вы с ними не готовы мириться, то тогда вы переезжаете там в Америку, в Европу, в Азию, в Таиланд там, или куда-то еще. Вот, мне кажется так. Но я вот для себя не могу найти такое количество плюсов, чтобы плюсы, например, в Америке. Мы размышляем только между Америкой и Россией, я имею в виду, мы с женой размышляем. И я вот не могу для себя найти плюсов столько же в Америке, сколько, чтобы они покрыли плюсы, которые здесь есть в России. Ну, деньги, это понятно, там вроде можем больше заработать, там... Типа стабильность пресловутая, все это да. Но не только же деньги у нас определяют нашу жизнь. С одной стороны, и здесь можно зарабатывать неплохо. Ну, правда, надо работать много, да, нужно двигаться, там, какие-то там что-то бизнес создавать, но тем не менее, можно зарабатывать. Про Америку. Ну. С одной стороны, да, все круто, там газоны, лужайки, там все классно. С другой стороны, ну, американцам фактически не будешь в ближайшие 10 лет. То есть, не, может быть, даже и никогда не станешь таким полноправным членом общества, потому что вроде да, тебя притеснять не будут, там ничего, все толерантно, все хорошо. К тебе нормально будут относиться. Обычные люди относятся в Америке к русским, там, к другим хорошо. То есть они приветствуют, там, они такие, вау, ты приехал из России, это же так далеко, это так круто. Но вот видите, какая-то политика вот эта вот сейчас примешивается. Есть там есть руководство, там всякие эти Обамы там, и прочие. Они же откровенно выступают против вообще России, против, я не знаю, против русских в любых их проявлениях. Ну, это мне не нравится. Но, опять же говорю, что, ну вот мы были, мы в Америке полгода жили, и, ну мы не чувствовали на себе, что какое-то там давление может на нас оказывается или что-то еще. Нет, все нормально. Как раз все события там, на Украине происходили в это время, как раз в Сирии начиналось. И никакого, ну вот, просто обычные американцы, они ничего нам не говорили, чтобы там плохо там. Только русские говорят о том, что там Путин неправильную политику ведет. Больше никто. Ну и вот, ну ладно, это политика, это фигня. Просто вопрос в том, что вот как ответить на этот вопрос, надо ли уезжать или не на, или оставаться. Вот давайте порассуждаем вместе в комментариях по этому поводу. С одной стороны, ну, многие люди есть, которые говорят, что надо, там, при любой возможности надо, лишь бы уехать, короче, отсюда. Но они говорят это как бы со своей стороны, понимаете, субъективные их отношения, то, что им не терпится уехать, а им они всем это советуют, всем в окружении. То есть они считают, что надо уезжать из России куда угодно. Но куда угодно тоже нет смысла ехать, мне кажется, как мне кажется. Здесь есть куча друзей, здесь есть, ну, я не знаю, этот дом все-таки, даже несмотря на то, что я многими вещами недоволен, там, всякими сигаретами, которые на улице там курят люди, пьют там, всяких идиотов полно у нас, но с другой стороны,
ну, это минусы, минусы. То есть я с ними готов мириться ради того, чтобы получать плюсы, которые здесь есть. Но в Америке свои минусы, с которыми сложно будет мириться. Я хочу, чтобы вы как-то поучаствовали в этом, помогли мне разобраться, может быть, себе какие-то в обсуждениях, возможно, какую-то истину мы найдем. Поэтому пишите комментарии, я буду очень благодарен. Спасибо, давайте, пока.